Все ближе к цели. Сборная республики по олимпийскому тэквондо ВТФ вернулась с первенства Приволжского федерального округа. За медали боролись 150 участников из 11 регионов. Татарстан представляли 40 спортсменов. Они завоевали 14 наград различного достоинства, что позволило взять общекомандное золото. А двое казанцев и двое воспитанников Челнинской школы вошли в сборную округа. Антону Матроницкому было 7 лет, когда отец привел его в зал тхэквондо. Первая тренировка оказалась сложной, но интересной, вспоминает Антон. С тех пор не прекращается работа над телом и духом. Тем более, что Антон – пример для подражания младшего брата Артема, который посещает его соревнования и некоторые тренировки. Сегодня в его руках пока самая ценная для Антона – золотая медаль первенства ПФО. У меня было 4 боя. Финальный бой... И каждый бой дались трудно, потому что соперники выходили в 2 раза больше меня. А финальный вышел вообще большой. Я сначала проигрывал, уже сдавался. Но когда услышал то, что за меня болеют, на меня смотрят, я решил до конца бороться. И выиграл его. Компанию в сборной ему составит Роман Лещев, который также взял золото. А вот Кириллу Тынянкину придется подождать. Он занимается тэквондо 6 лет, успешно выступил на чемпионате республики, на первенстве округа занял 3-е место. В этом году в сборную не попал. Буду стараться в следующем году, чтобы попасть уже в первые места и поехать на Россию. Мы уже 3-й год подряд по всем возрастам нормально выступаем первой командой пока. Но в этом году уже чувствуется, на пятки наступает уже Уфа, Самара, Нижний Новгород. Поэтому в дальнейшем развиваться надо. Пока юноши готовятся к первенству России, которое в июне пройдет в Нальчике. А ребята постарше, юниоры, собирают вещи на первенство Приволжского округа. Оно состоится в Ульяновске в эти выходные. Катерина Карцева, Михаил Матвеев, РЕН-ТВ, Набережные Челны.